В Ульяновской области стартовала декада некоммерческих организаций. В региональном пресс-центре состоялась конференция о мероприятиях, включенных в программу, о текущем состоянии и перспективах развития некоммерческого сектора. День чего-либо, декада, месячник всегда преследует одну цель – привлечь внимание к этой теме самим членам, ну, НКО в этом случае, проанализировать все, что наработано, может быть, за год или за какой-то другой период, выбрать то, что хорошо сработало, с тем, чтобы дальше с этим идти, ну и, конечно же, обменяться опытом, который обогащает всех. С 4 по 14 октября в регионе будут работать тематические дискуссионные площадки, состоятся деловые игры, образовательные и информационные мероприятия. У нас в декаду НКО будет открыта лаборатория услуг НКО и пройдет два занятия. Дальше после декады они будут продолжены, и цель этой лаборатории – сделать так, чтобы некоммерческая организация, ее там, руководители, сотрудники могли разработать, да, несколько услуг для населения, могли попробовать, да, получить обратную связь, понять, каков спрос, да, у населения эту услугу. То есть вот пройти такой полный цикл. Напомним, в этом году декада НКО пройдет уже во второй раз. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин, новости «Ульяновская правда».